Первая елка главы для каждого ребенка – событие особенное. Детишки готовятся к ней тщательно, подбирают наряды, придумывают образы. Девочки обычно останавливаются на платьях принцесс. Озорные мальчишки предпочитают костюмы героев и персонажей сказок. Я сегодня зайчик, и меня зовут Чудак. Я сегодня волк. Ну и мне, чтобы волк уже хотел подалеку, чтобы печь и танцевать, пальцы, чтобы вечера встречать. Я сегодня кот в сапогах, потому что он ловкий, веселый, смелый. Я надеюсь, что сегодняшний праздник вам очень понравится. Все будут счастливы получать подарки. Я рад, что сегодня родители смогли уделить время своим детям, прийти на этот праздник. На первую елку главы в ДК «Мир» пришла тысяча маленьких жителей города. Им показали спектакль-шоу «Мышиная охота». Это подарок детям от главы Реутова. Сказка интерактивная, сюжет классический. Добро против зла. Наступает ваш год. О! И Дедушка Мороз ищет того, кто будет самым лучшим примером для всех-всех жителей разных планет и станет настоящим символом 2020 года. О! Поверить в чудо детям помогли мыши-непоседы Нельсон, Бамбуча, Шустрик, Чак-Чак и Нюша. Вместе с ребятами они отправились на сырную планету, прошли через разные испытания и спасли Новый год. В итоге победил свет, мир, добро и Новый год. Все остались довольны, счастливы, и у всех царит атмосфера праздника, Нового года. Это самое главное, это и есть моя задача, как Дедушки Мороз, так сказать. В конце представления каждый малыш получил сладкий подарок от Деда Мороза. Главный волшебник вместе с внучкой Снегурочкой в гости к ребятам придут еще не один раз. Елки главы пройдут в Реутове 24 декабря и 7 января в МКДЦ в рамках акции «Зима в Подмосковье». Планируется, что их посетит 9 тысяч детей, в том числе и из малообеспеченных семей. Дарья Галакова, Сергей Сомов, телеканал «Реутов».